Мастер милый, я здесь. Здравствуйте. Я бесконечно благодарю вас за милость ко мне, за сознание, которое я имею эти дни. Они очень глубокие, и иллюзия страха потерять это сознание, потому что они такие хорошие, они такие благостные. И то, что вы сейчас объяснили, как будто больше вопросов не должно быть. Но ума все равно не есть. Я в 24 года обратилась к Иисусу Христу, потому что уже были дети, муж, материальный достаток, а была тоска по Богу. И многие годы я исследовала Писание, и пришло время, когда я поняла, что я не барашка со стада, а я образ и подобие Бога. И потом мне захотелось понять, кто же я есть, тот, кто я есть, о чем Иисус говорил. И этот путь привел меня к вам сюда. И я думаю, что это откроется во мне однажды. Прямо сейчас тебе не нужно ничего делать даже. Просто осознавай. Ибо истина явлена прямо здесь, всем, кто здесь присутствует. Я благодарю вас очень. У меня два вопроса. А правда ли, что Иисус умер за грехи всего человечества? И миллионы христиан ждут второе пришествие Иисуса Христа. Пролейте свет на этот вопрос, потому что очень много близких, родных в этой, как я сейчас понимаю, системе. Я понимаю, я люблю их такие, какие они есть, и должна просто являть свой свет. Скажи, пожалуйста, что дает тебе ответ на этот вопрос? Ну вообще, вот почему ты ищешь ответ на этот вопрос? У меня есть свое знание, но я хочу, чтобы вы сказали что-то. Что за знание такое? Что это система, которая придумала вот этот план, по которому движется человечество, вот это вот знание, но оно недоступное как будто еще всем. И, с другой стороны, очень сложное. А что это за знание, которое ты называешь «Иисус умер за грехи человечества»? Вот это что за знание такое? Это учение, в котором я долгое время была. Учение? Хорошо. Скажи, пожалуйста, а оно подтверждено твоим опытом? То есть ты у Иисуса можешь это выяснить? Нет. На чем оно основано? Я просто, когда обратилась к нему, я почувствовала облегчение и какую-то причастность к Божественному. На чем основано? Не на чем, на вере только. Конечно. Да. На чем основано? На вере. Вот это мысль, которая привязалась к тебе, она тебе что дает? Какое-то просто беспокойство. Беспокойство. Беспокойство, что ты как будто бы... Беспокойство по поводу человечества? Да. Хорошо. И возникает другая мысль, да? Мысль о том, что Иисус, ну, как бы искупил, да? Искупил грехи человечества. Как будто так? Да. На чем это основано? Опять же, на вере. Просто мысль. Это просто мысль, родная. Потому что твой опыт говорит тебе больше, чем любые писания. Поэтому мастер говорит, вам нужен живой мастер. Понятно? Мой опыт, то есть мое внутреннее. А не тот, который умер за грехи человечества. Живой мастер.
Потому что живой мастер, он передает тебе, дает знания, дарует высшее знание. Да. Царствие небесное. Да. Которое внутри нас. Да. И он же и есть внутри вас. Живой мастер. Я просто тогда как будто хожу вокруг него. Да, конечно. Ты обложилась книжками и всяческими слухами, мыслями. Понимаешь? Тем самым ты закрываешь себе реальность небес, вот этого царствия небесного. То есть ты отворачиваешься от него. А очень хочу. Так тебе не нужно отворачиваться, просто отбрось все мысли и все. Отбрось все эгрегоры и прими этот дар. Безусильно. Тебе ничего для этого не нужно делать. Прямо сейчас. Получается, я сама себе еще препятствие? Распахни сердце, конечно. Конечно, ты сама себя лишаешь этой возможности. Вернее сказать, я мысль, она является причиной. Причиной того, что ты не можешь войти в Царствие Небесное. Потому что ты с ней отождествилась и носишься с ней. Понимаешь, вернее, бегаешь и думаешь, что ты и есть эта мысль. А эта мысль может только другую мысль видеть. Она не может реальность осознать. Потому что она мысль. Сон не может пробудиться, понимаешь? Ему недоступно это, потому что это сон, сон. Угу. То есть выйти из мыслей... Отбрось это. Прими безмолвие, Царствие Небесное, прими просто сердцем открытым и все. Растворись в нем. Вот она еще не растворяется. Как так не растворяется? Ты чего? Потихоньку. Ну вот видишь, ты сама его отрицаешь. А оно явлено уже здесь, прямо сейчас. Да я его чувствовала вот в понедельник, когда была чистка, это было что-то. Это было как будто я не здесь, и меня нет, и одна какая-то реальность. Но опять ум приходит и опять затмевает как бы это все. Привычка. Гони. Гони его в шею. И все. Возвращайся. Возвращайся. Ибо мастер к вам в помощь. Да. Вот и все. Благодарю вас. У меня еще один вопрос. Вы говорили, что сейчас... Инь — это разрушающая энергия. А вот смотря на мир, войны, борьба за власть — это же энергия янь, работающая. Как понять? Ой. Понимаешь, все низковибрационные процессы, которые происходят, разрушительные, они как раз и связаны со сном. Mm-hmm. Потому что когда есть два, возникает война. Понимаешь? А два есть только во сне, только в иллюзии. Потому что реальность — это не два. Одно. Целое. Понятно? То есть, когда оно соединится в целое? Когда исчезнет ложное, оно уже прямо сейчас исчезло. Ты увидишь Царствие Небесное. Это Царствие Небесное — это твое безмолвие, тишина, небесы. Понимаешь? Их нет. Смотри в него. Осознай его, прими его. Все. Это и есть твое пробуждение.
это и есть возвращение в рай, где нет страданий. Ведь это так просто. Не совсем для меня еще пока. Я буду стараться. И последний вопрос. Дорогой мастер, вот вы как-то... Твои старания, они подобны сопротивлению. Это то же самое. Понятно? Тебе не нужно стараться. Понимаешь? Вообще ничего не нужно. Не нужно ничего. Так просто. Так просто. Ты не можешь не осознавать Царствие Небесное. Посмотри ясно на это. Оно прямо здесь и сейчас. Оно должно чувствоваться. Осознаваться. Если ты видишь, что мысли нет, это признак присутствия Бога. Так просто. Смотри в это безмолвие. Оставайся им. Растворись в нем. Ибо это и есть мастер.